Человек и еж. Остинская сказка. Некий человек поймал однажды ежа и поместил его в замок. Там ежа содержали в полном довольстве. Ухаживали за ним, обходили с ним очень вежливо. Так еж кажу в замке значительное время. И вот его спрашивают. Ну, ежик, как ты себя чувствуешь? Хорошо ли тебе? Что желаешь? А еж в ответ. Ничего мне не надо, кроме одного. Возвратите меня под мой куст. Домой хочу!